Всем привет, видео специально для тех, кто пишет мне, что я неправильно вот это вот говно подключил, поэтому он с искажением поет. Это вот говно. Объясняю, что дело не в мощностях, потому что 12-24 вход заявлен. При 12 вольтах он типа там 25 ватт должен типа давать. Ну хер с ним. Не, вопрос идет не о ваттах, там 10 ватт достаточно, 5 ватт достаточно. Вот маленький усилок, вот наплатка, тоже 12-24 вольта. Милипуська. У нее там заявлено, что она там, что там, то ли 40 ватт, то ли что. Ну хотя, ну, 20 ватт, конечно, она дает. Динамик нормально раскачивает. Но здесь, вот в этой сборке, она сейчас работает там ватт 10-12 где-то дает. И суть не в этом, а 12 вольт она работает здесь. Суть в том, что вот эти 10-12 ватт, они звучат. Их приятно слушать. Они звучат. То есть, конечно, не супер-пупер, не как пивей дорогущий. Но слушать можно, то есть с нормальным динамиком приятно слушать. То вот это говно, оно даже при мощности 5 ватт, с этого взять 5 ватт мощность, и с этого. То здесь эти 5 ватт по качеству звука в раз на 10 хуже, чем здесь. В этом весь и прикол, что вот этот усилок звучит, у него диапазон шире гораздо, и у него, то есть... Понятно, что он не идеален, то есть, ну, он как-то, то есть, звук есть. То есть здесь он даже средний частотный диапазон, если ты обрезаешь не сверху, у него средний частотный диапазон с грязью. И у меня их два, и они оба звучат грязно. То есть грязно, такое ощущение, что сигнал как бы такой, даже не перегруженный, а как объяснить, как будто дырки в звуке, как будто частоты, часть частот он просто не воспроизводит от слова совсем. Я не знаю, это только после конченной китайской магнитолы автомобильной с конченными китайскими динамиками вот такой усилок будет казаться нормальным. Кто слушал адекватный звук, тот это говно даже, не знаю, вот у меня их два штуки досталось, и, блин, я их никуда не пихаю, потому что говно. Вот этот вот я собрал, вот этот звучит. И вот наподобие другие версии брал, тоже звучат. Потому что брал я другие усилки, и звучали они. И дело не в том, что 24 или 12 вольт подать. Даже при малой мощности, где 12 ему убиться хватит, он не звучит. Он даже на 5 ваттах не звучит. Даже на 3 ваттах. То есть у него звук хуже, чем у этого. И оба. Я бы поверил, что один какой-то бракованный. Два усилка одинаково. Звук ужасный. На обоих усилках. Он есть, но противный.